дорогие друзья, подписчики канала Охотник.нет. У нас сейчас превосходная винтовка, как мы видим, ложа от Мосина. Вот. Винтовка сама сделана по заказу нашего клиента. Здесь ложа 38-го года. Настоящая винтовка, которая принимала участие в боевых действиях. И в нее вживлено железо, можно так сказать, все потроха от винтовки Weyrauch HW30. Вот, это маленькая компактная винтовка. Мы видели на отстреле, вот получается, пули 0,54, 180 метров в секунду. Сейчас мы ее пристрелили на 50 метров. Винтовка потрясающая на самом деле. Вы обладаете настоящим массовым габаритным макетом, но при этом винтовка может стрелять. Вот. То есть тут идеальная обработка ложа. Тут даже есть на самом деле фальш-патрон. Затвор остался на месте, он тут неподвижен. Вот, взводится она с помощью перелома ствола. Кстати, винтовка HW30 Weyrauch идеально сочетается с этим ложе. Она отлично туда установилась. Остались открытые прицельные родные фирмы Weyrauch. То есть можно пользоваться мушкой и целиком, не ставя оптический прицел. Ну и поставили мы прицел ПУ 3,5×22, такой же, как ставили на Мосинках, только не через кронштейн кочетого, а через стандартный моноблок на ласточкин хвост, который остался у нас на железе Weyrauch HW30. Вот. На самом деле превосходный образец для коллекции. Его можно не только повесить на стену, но и стрелять. Что самое главное, вот, можно в принципе ремень установить. Можно купить оригинальные, они, в принципе, встречаются сейчас еще на рынке. Вот. Что еще можно сказать? Ну, винтовка, на самом деле, очень хорошая. Кстати, здесь личная мушка приварена от настоящей винтовки Мосина. Вот можете посмотреть. Мушка здесь не родная, не вайраухская. Скажем так, для полного совпадения, для полной реалистичности. Ну и с пневматикой на самом деле Мосинка живет просто отлично. То есть маленькая такая отдача двойная идет, как у всех пружинопоршневых винтовок. Мягкий взвод, она легкая, сбалансированная. Стрелять очень удобно. Даже вот с такой оптикой, которая в принципе не для спортивной стрельбы на 50 метров, у нас получалось достаточно хорошо попадать на этом расстоянии. Вот. Такие эксклюзивные винтовки можно заказать в Охотник.нет. Подписывайтесь на наш канал.